Да, будь ласка. Ну, вы решайте, кто вас звал первым. Вы просто вместе подняли здесь. Доброго дня, Геннадій Леонідович. Доброго дня, шановні колеги. Хотів би звернути увагу, там на вулицях приміські, на вулиці Приміській знову пройшли, на жаль, автогонки. Досить несподівано для мешканців і для нас, для всіх. І хотів би зазначити, вони майже рік жили собі спокійно, там люди на вулицях Приміських. І тут знов пройшли ці перегони. Протягом цих перегонів був ще також там один, ну, був такий, був один постраждалий, да, дійсно, чоловік заліз на багажник і во время дріфта просто упав з багажника, там його чуть не задавило, ну, слава Богу, вроді би все нормально, но сама суть того, що гонки опять проводились під мостом, но сейчас эта територія, эта дорога, вона используется в об'їзд Івановського моста. Сейчас там очень большой поток і весь общественный транспорт, і многие автолюбители вынуждены ехать здесь, так как Ивановский мост перекрыт. И в субботу вечером там был просто коллапс. Есть фотографии, я могу показать, так что вывели на экран. Давайте. Это то, что люди мне переслали. У меня было больше 20 звонков от людей, потому что, ну, в прошлом году также я озвучивал эту проблему. Если можно, покажите. Давайте подивимся. Ну вот, да, вот это вот ситуация, которая была под мостом, к сожалению, ну, машины стоят, перекрыта практически вся дорога, проехать по ней невозможно. В то же время Ивановский, вот вы видите, из трех полос, которые в сторону из города идут, там только одна свободная, и по ней вот пробираются машины. Есть предложение, может быть, давайте на вот этом участке, который не используется сегодня, просто возьмем, поставим там 3 или 4 лежачих полицейских, может быть, оно, наверное, спасет эту ситуацию и сделает невозможным проведение там гонок. И когда нам необходим будет этот участок дороги, мы сможем их там спокойно снять и ввести в эксплуатацию, чтобы она использовалась, эта дорога. Всех приветствую. Это видеообращение записывается, поскольку мы увидели аппаратную нараду за сегодняшний день, 30 августа, в Одесском городском совете. Поэтому я приветствую мостовчан, я приветствую Геннадия Леонидовича Труханова и приветствую Звягина Олега Сергеевича. Те, которые вот в данном сейчас первом эпизоде принимают участие. Первое, что хотел бы сказать по поводу того, что есть объезд, как говорит Олег Сергеевич, Ивановского моста, это на данный момент вообще не соответствует действительности. Мост наш, да, и тот проезд по пригородной, он не используется. Вы, если днем поедете, вы увидите. Все едут через Горбатый мост. Вот через Горбатый мост все едут, вопросов нет, но не через наш мост. Об этом странно говорить. По поводу коллапса. Так это не коллапс, это просто, когда находится несколько тысяч людей в одном месте, конечно, затруднительное движение. Коллапс – это когда мы стоим в пробках беспробудно каждый день на этом же участке. Вот это коллапс транспортный называется, который не решается, и причин для него по факту нету. Да? Для него, наоборот, не создано условий, вот это да. А то, что мы делаем из очень подручных средств, ну вот по месту, скажем так, и очень малыми силами и ресурсами, не задействуя город здесь, да, и его ресурсы, а, скажем так, в дюжину человек админсостава мы решаем тысячные вот проблемы тысячной толпы, да, и пытаемся организовать здравое мероприятие, и у нас это получается. Вот это показатель эффективности. И то, что при этом есть определенные сложности из-за местности, вопросов нет. Но мы поднимали момент по поводу того, что там рядом можно сделать парковку, допустим. Понимаете, да, то есть пути решения. А вы вот говорите про лежащие полицейские. Ну, ломать не строить. Но, скажем так, я не понимаю, как вы хотите негативом решить вопрос с тем, что есть автоклуб, автолюбители. Может нам весь город сделать лежащих полицейских? Не знаю, это как-то вообще очень странно. Поэтому этот эпизод, который вот презентовал наш мост, почему вы не показываете хорошую сторону? Почему вы акцентируете все на негативе, при том, что этого негатива было там 1%, и то это был инцидент, да? На любом мероприятии бывают инциденты, тем более из-за человека в выпившем состоянии. Задумайтесь. Вы знаете, что мы вели переговоры, неоднократно вели переговоры теми, кто увлекается этим видом спорта. И, в принципе, у нас есть контакты и диалог, но оттуда, с той стороны.
пожелания, просьбы о том, чтобы мы организовали где-то место, где это можно проводить. И это, в принципе, правильно. Если есть такое количество поклонников и увлеченных людей, надо создавать эти условия. Если мы не будем создавать эти условия, то тогда будет происходить вот такие вот мероприятия. И я думаю, что никакими репрессиями или там запретами навести порядок будет очень сложно. Поэтому мы рассматриваем вопрос на совещании, которое прошло в субботу. Мы с Сергеем Рафаиловичем общались с представителями патруля национальной полиции. Говорили о том, что на этой неделе мы еще раз выйдем, посмотрим, я не буду говорить где, на предполагаемое место, где мы могли бы предложить безопасное. Это первое. Мы это место уже рассматривали неоднократно. Но единственное, что, поскольку у нас часто менялись губернаторы, а те, кто менялся, они вообще не понимали, о чем речь, знали, что они здесь какой-то маленький промежуток времени, их не особо это интересовало. Но сегодня Сергей Рафаилович, как говорится, наш одесский, поэтому он с пониманием отнесся к этому. На этой неделе мы сделаем такое выезд, я покажу все наши изначальные такие наработки в этом вопросе. Это первое. Геннадий Леонидович, спасибо большое, что вы один из немногих, вот я искренне от себя лично, персонально, да, договорю, кто держит четко хронологию событий и слов, обсуждений, которые были вот по-мужски. Мне это очень импонирует, и вопреки каким-то разговорам вокруг, у нас с вами, я считаю, вот тогда был диалог, он прошел, знаете, эмпатия не дает соврать. Он прошел на уровне здравом. И вот сейчас мне очень приятно слышать те вещи, что вы не отказываетесь от тех слов, которые вы говорили, и то, что было, вы помните. Мне и, я думаю, всем мостовчанам и нашему админсоставу это приятно слышать. Что же касается сути, вы помните, что после инцидента 27 декабря на ЖД вокзале мы тогда имели с вами встречу, и была создана инициативная группа во главе с Маратом Королевым, и в нее входил также Дмитрий Жеман. Соответственно, Дмитрий Жеман потом с нами встречался еще после Нового года. У нас была встреча, уже менее, как говорится, такая распространенная по СМИ, а вернее, я так понимаю, вообще не распространенная, и в ходе которой было обсуждено, что с его стороны есть два варианта. Один вариант — это то, что у Марата Королева есть. Это не что иное, как Феликс Петросян. Мы с ним уже хорошо общаемся и нашли общий язык, но, к сожалению, без участия Марата Королева. То есть это был вариант, который рассматривался как решение вопроса, поскольку есть определенные земли в владении как одного из соучредителей, ну как совладельцев земель Феликса Петросяна. И, соответственно, на этих землях мы прорабатывали 2 месяца весной один проект и уже размышляли про инвестиции и вот подобного рода вещи, но, к сожалению, оно не срослось, потому что там заходят киевские инвесторы. Это что касается в районе Ямы, да. Есть обсуждение земли по поводу взлетки, но там вообще все сложно. Там и кладбище, и частные территории, и тому подобное. То есть мы проработали сами, через свои связи и знакомства с Феликсом, этот вопрос, хотя на него делал ставку Марат Королев. Вот как бы по факту. Второй факт. Дмитрий Жеман, с его же слов, очень сильно, скажем так, уповал на то, что есть 6-й километр. И путем того, что они, ну то есть он говорил, что мы с какой-то группой людей и государственных служащих подготовим это место для вашего пользования автолюбителей. То есть это как минимум освещение, как минимум приведение этой дороги в безопасное состояние, потому что на 6-м километре с безопасностью очень много вопросов, и там неоднократно уже были ДТП, причем с летальными исходами, их несколько, к сожалению. И, соответственно, был какой-то план, что вот 6-й километр пойдет в какую-то разработку и будет отсечен от, как минимум, дорог общего пользования, каким он сейчас и является. К сожалению, из этого сделано ноль. Поэтому тут вопросов к нам, да, я считаю, не может быть, потому что мы проработали тот вариант, на который уповали люди с вашей стороны. К сожалению, он не сработал. И слава богу, что мы его сами проработали, потому что общения было очень много. У нас было 2 месяца плотных разговоров с проработкой концепции, как это может быть в первой стадии, и затем с привлечением более серьезных инвестиций, и вопрос стоял про трек. То есть построение комплекса,
трекового со всей инфраструктурой. Соответственно, вот как мы мыслим, чтобы вы нас правильно понимали. Но, увы, это не срослось. Второе, что я хочу сказать, что в городе много дрифта, который неконтролируемый теми, кто занимается этим как видом спорта. А такими, знаете, дрифт-фраерами такими, которыми нужно вот это просто повыпендриваться. И когда они выпендриваются, они не понимают, что рядом есть дома, в котором живут люди пожилого возраста, а может, люди, которые с температурой, больные, дети маленькие, они об этом не думают. Ну, в силу, наверное, своей умственной отсталости, я не знаю, чего еще, или увлечения, чтобы они не обижались на меня. Но увлекаясь, нужно думать о том, что ночью еще есть другие люди, которые не дрифтуют. Но говорить об этом бесполезно с ними. Это противостояние, это и драки, это и... Мало того, если мы говорили сегодня много, уделили внимания и разметке, то облюбовали место, как только сделали, оно говорят, сделайте дороги. Но здесь парадокс. Чем больше мы делаем хороших дорог и площадей, быстренько туда приезжают дрифтеры, и вся работа идет на смарку, потому что ночь дрифта и разметки просто в половину меньше становится. Это было видно у нас в районе нашего аэропорта Одесского. И вот те, кто действительно занимается этим видом спорта и делают это все как-то со всеми нормами, какими-то с безопасными, требованиями безопасности, они никак не влияют на этих дорожных хулиганов. Потому что мы-то с какой целью это хотим сделать? Мы хотим сделать так, чтобы было место, где бы они занимались своим любимым делом. Но другой части это не нужно. Они, вот именно как раз, у них другая там, другое увлечение, чтобы не употреблять там какие-то словечки. Они любят это делать именно в городе. Есть анекдот один очень хороший, но я не буду его рассказывать, это матные слова есть. Знаете, когда футболист забивает мяч в свои ворота, и весь стадион кричит, кто он. И вот это минута славы. Понимаете? Вот это, наверное, минута славы, когда он крутится, а в многоэтажный дом кричит, кто он им. Знаете, это вот это признание, наконец-то, того, чего он добился. Вот примерно такая у меня чего-то, вот такие мысли, потому что проникнуть в голову этих людей очень сложно, когда наплевательски относятся к окружающим. Поэтому вопрос непростой, Олег. Мы занимаемся, и когда будем готовы уже примерно, пригласим всех. Угу. Петр занимается вопросом трасс. Геннадий Леонидович, большое спасибо, что вы уже понимаете и отделяете нас от того, что происходит в целом в городе, да, потому что есть организация The Most, а есть каждый человек, который отвечает за свои поступки по закону. То есть кто по городу, кто еще где-либо, ДТП и все прочее, просто за рулем ездит, он сам себе хозяин. Соответственно, здесь вопрос с дрифтом, который происходит в городе. Мы с вами его обсуждали, и я вам тогда лично, да, сказал, что мы не против взаимодействия по этому вопросу, но при условии, что нам самим при этом не пытаются сделать плохо. А в данный момент, к сожалению, мы видим, что пытаются. То есть даже не столько какими-то открытыми, а в итоге, да, то есть все это преподносится, акценты расставляются, все плохо, плохо, никто не обращает внимания на хорошие вещи, да, на кучу просто огромную подготовительных мероприятий, множество партнеров, которые участвуют, приведение в порядок территории на месте, участие Ассоциации добровольных пожарных Украины в этом, участие партнеров по охранному агентству, участие фудтраков, то есть фудкорт, барбекю, партнеров СКАД, которые все знают, шиномонтаж и много-много других, да, то есть у нас этих партнеров очень много и людей заинтересованных, то есть все живем в Одессе, заинтересованных бизнесов, да, в этом мероприятии, в этих людях, в этой целевой аудитории, автомобилистах и просто вот таких горящих автомобилями, да, их очень много. И получается так, что вот вы же понимаете, вы как человек, который имеет жизненный опыт, как президент Украинской Национальной Федерации тайского бокса, как основатель хорошо всем спортсменам известного клуба «Капитан», вы понимаете, и я тогда приводил этот пример, что когда у вас есть условия для взращивания спортивного составляющего у человека, то, конечно же,
Это здорово. Но когда этого нету, приходится, знаете, как спортсменам, тренироваться там на море, заниматься где-то на улице. Но когда появляется зал, конечно, такой спортсмен идет на маты, на татами и уже занимается там. Соответственно, я понимаю, что есть путь у всех. Есть путь от до. Вот мы сейчас от уже начали, да, это зарождение нашего автоклуба. Сейчас мы в процессе. До, не знаю, как говорится, пока я буду жив и мое сердце бьется, я буду, наверное, увлекаться автомобилями. На данный момент так. Мне вот 30 лет, и, знаете как, к этому времени я еще не перегорел этим, и вряд ли буду перегорать. Соответственно, мы ведем это все к тому, что, допустим, наша цель на данный момент – это создание автотрека в Одессе, потому что я одессит, многие одесситы, которые составляют мост, многие ребята с других городов, мы всем рады, но все они увлечены автомобилями. А если создастся трек как комплекс, повторюсь, как в Беларуси, например, да, здесь, в Одессе, это имидж городу на всю Украину, а Украине на все другие, да, между странами, между всеми странами будет понимание, что здесь появился первый практически, да, фактически трек. Потому что сейчас есть другие треки, но уровень у них плачевный. Это подтвердят вам, как и вы говорите правильно, люди, которые профессионально занимаются дрифтом, спортом, драгом, неважно. Этих дисциплин много. Есть еще ралли, есть мотокросс. Много-много-много. Я сейчас не хочу никого перечислять, чтобы и не забыть, да. Но это все люди, которые увлечены позитивным, созидательным развитием увлечения законным, которое им нравится. И я считаю, что мы имеем право в этой жизни, как говорится, увлекаться тем, что является здравым. Это пример молодежи, это взращивание поколения. В конце концов, вы, я думаю, даже будучи еще в там, более молодом возрасте, всем классно смотреть было там Формулу-1. Да? То есть это и такой лейбл на весь мир, на всю землю. И почему мы здесь сидим, допустим, и вокруг, когда у нас строятся многоэтажки, стоимостью этого трека, то есть мы берем какие-нибудь два комплекса, да, на сколько-то там квартир, несколько сотен, и они будут стоить эти же 10-13 миллионов долларов, это будет стоимость трека, вот стоимость трека в Беларуси именно вот в таких пределах, и он государственный, кстати говоря. Соответственно, это просто примеры, но мы-то с вами можем по месту решать, обсуждать. И, конечно, что-то временное, что-то более долгоиграющее. Вот сейчас временное, мы пытаемся своими силами это делать. И я очень надеюсь, что вот сейчас второе, знаете, как первый блин комом, вот со второго раза мы сейчас начнем движение в какое-то здравое русло. Потому что, ну, в данной ситуации, да, если не мы, то кто? Я считаю, здесь есть большая общность людей, есть увлечение, все составляющие. Здравые люди, здравые подходы, взгляды, позитивные, открытые намерения. Поэтому мне кажется, что у нас здесь большое поле выгоды для города со всех ракурсов. И для нас, как всех автолюбителей. Пожалуйста. Я, если решите, дополню. Действительно, тогда собиралась инициативная группа, проводили совещание, но разговоры не привели ни к чему, потому что организаторы моста хотят это проводить именно под мосту, на мосту. И я еще тогда предлагал то, что сейчас предложил депутат Звягин, установить там средства принудительного снижения скорости, это снимет необходимость гоняться именно там. Что касается конкретно субботы, у меня был крайний диалог с начальником патрульной полиции где-то в час ночи в субботу, они все были задействованы. В этот день проходил гей-парад, который закончился конфликтом с противниками гей-парада, где, не знаю, знаете, не знаете, задержано более 60 человек, которые участвовали в массовых беспорядках, протоколы составлены. Кстати говоря, большинство из них это приезжие, не одесситы, те, кто зачинщики этих. И поэтому полиция, 13 человек пострадавших вместе с ними и начальник патрульной в это время были в больнице, обращались за медпомощью, поэтому не могли отрабатывать мероприятия. Поддерживаю, что установка там полицейских, Виктор, лежачих. Я вам скажу, смотрите, вопрос в чем? Вот, если мы говорим о спорте, может быть, сейчас кто-то меня поддержит или кто-то не поддержит. Если мы говорим о спорте, мы проводим полумарафон. Полгорода закрыты, люди бегают.
Мы проводим велогонки, закрываем город. Это люди увлеченные велоспортом, бегом. Эти люди увлечены сегодня, вот это их увлечение сегодня. Они организованы, они проводят, они самоорганизованы. Поэтому, если это делать изначально предупреждая, причем если, это, если они проводят вечером, когда уже снижается транспортный поток, это тоже можно правильно организовать, предупредить граждан, как объехать можно, и коллапса ночью ничего, никакого не должно быть. Но установкой, я не думаю, что вот таким противостоянием мы чего-то достигнем. Необходимо действительно садиться за стол переговоров, выделять место, где это, найти это место, обеспечить, и только тогда снять все вопросы. А где там запретить, там запретить. Мы сейчас весь город сделаем в этих ближайших полицейских, в этих островках безопасности, берлинские подушки мы планируем установить. Что приводить пример? Областная государственная администрация. Сейчас дрифтует там в основном. Стояла машина, машина в дрифте вошла в елку, елка упала, разбила машину рядом стоящую. Возле облгосадминистрации. Ну какие еще примеры нужно приводить? Сейчас там вынуждены делать либо лежачих полицейских, либо берлинские подушки, так называемые, там устанавливают. Потому что отвлекать там сегодня силы патрульной полиции, у них же не только есть задача бегать или гоняться за этими дрифтерами. Еще куча проблем по обеспечению общественного порядка в городе, в миллионном городе. Они, их тоже понять можно. Это нужно создавать отдельное подразделение, причем обеспеченное достаточно современной скоростной техникой. Кузнецов Виктор Владимирович, здравствуйте, мы с вами тоже виделись, я думаю, вы меня помните. Я хотел бы только одну ремарку сделать. Вы говорите, мы с вами виделись, обсуждали, и организаторы хотят проводить только на мосту. Ну, или вы просто запамятовали, или, ну, в общем, понимаете, организаторы, то есть я говорю от лица организаторов и своего админсостава нашего автоклуба, организаторы не хотят проводить автоклуб только на мосту. Мы хотим проводить его и на мосту в том числе, и в другом месте. И у нас столько задумок, вы бы знали, честно. И тематические вечеринки на каких-то парковках, и на подземных паркингах, и какие-то опен-эйры, и автопробеги, и что угодно. Все, что связано с позитивным автоклубом, да, с позитивным автолюбительством, вот это все наше. Вот все наше, не только мост, и не только там мы хотим это проводить. Соответственно, по поводу самой субботы, как вы говорите, мы тоже были на связи с начальником патрульной полиции. И мы ему, более того, докладывали все с места, даже с видеофиксацией, как все на самом деле обстоит, а не так, как звонит какой-то человек, который едет мимо, ему все равно, и он поедет себе мимо, да? А мы в лепешку разбиваемся, чтобы это все происходило здраво на этом мероприятии. Мы скидывали фактическое положение вещей на месте, в момент звонка, созвона там, и так далее. Соответственно, вы опять говорите про установку полицейских. Логики как бы мало, потому что дальше вам так же само, моими же мыслями ответил Геннадий Леонидович. Так можно весь город заставить. То есть, хотите пить, давайте не будем давать пить, а закроем всех людей. Может, надо как-то здраво придумать способ реализации этой идеи, а не пресечь эту идею. Во-вторых, люди делятся на два типа, которые любят, которые не любят автомобили. Которые любят автомобили, у них нет выбора. У них вариантов в Одессе, куда ездить. Да? Это один из основных, это мост, чтобы вы знали, и 6-й километр. А организации на 6-м километре никакой нету и в принципе быть не может, там условий даже для этого нету. Поэтому вы говорите про нас, имейте в виду, что мы на данный момент фактически, как бы вам хотелось, не хотелось, а для многих это наоборот честь и хвала, и радость, и, скажем, гордость за то, что это есть. Мы визитная карточка Одессы, вот в том виде, в данный момент, да, из-за условий, в том числе, в котором оно есть, но и этот вид, который мы создаем, он дает фору многим городам, и для Одессы это один из ну, вот таких значимых для людей, которые в автосфере заняты, мероприятий. И, соответственно, здесь вопрос не про регалии, а вопрос про то, что есть объем, и этот самый большой
и самый масштабный автоклуб в Украине на данный момент не имеет своего места и не имеет места проведения своего досуга. Вот это странно, как для Украины, не для Одессы даже, понимаете? Масштаб трагедии, как говорят. И проблемы, как у нас, в каждом городе. Вы, если в эту сферу чуть-чуть погрузитесь, хоть вы с ней близко, да, находитесь, вы поймете, что у молодежи конфликт с властями есть по всей Украине. Не из-за того, что молодежь там или да-да. Люди в этом русле, да, есть и по 60, по 70 лет, которые строят свои проекты и выступают, и занимаются, и ездят. Но только условия для этого просто мизер. И все приходится делать на своих как бы плечах. Так мы и не против, но вы-то зачем мешаете? Давайте думать, как помогать, как развивать. Потому что здесь есть для развития, здесь есть предпосылки для всех. И всем найдется здесь позитив из этого, городу, каждому, кто связан с этим. Поэтому, вот как привел Геннадий Леонидович пример с марафоном, и Геннадий Леонидович, спасибо, что вы осознаете это, потому что осознанность, я считаю, это очень важно, что вот мы организованы и самоорганизованы, и мы стараемся, то есть тот объем, который мы проворачиваем, он эффективен, вот просто как факт, да, то есть я живу уже тоже немало, и, соответственно, я занимаюсь по своей работе, занимаюсь как бы проектами, и я их сделал больше 200, я понимаю, что такое организация, менеджмент, да, что такое процессы, как они выстраиваются. Вот эффективность этих процессов здесь на высоком уровне. И как правильно замечено, что вечером мы делаем мероприятия не из-за того, что нам там сильно так хочется. Да, конечно, атмосфера создается, да, это свой такой вот фетиш и свой лоск в этом есть. Но транспортный поток вечером гораздо меньше. И жара вечером гораздо меньше. Это моторы, потому что они греются летом в том числе. И много нюансов. То есть мы эти все нюансы-то знаем, но если бы нас хотя бы спрашивали за них, мы бы тогда рассказали. Ну вот, если кто-то поинтересовался, да, как оно происходит, вот мы бы рассказали. Все очень продумано, будьте уверены. Я просто так привык жить, поэтому все продумано. И там, где кто-то думает дважды, я могу, да, трижды подумать. И нюансов, которые там будут осмыслены, будет 10. Вот просто факт, знайте об этом. Поэтому прежде чем какие-то делать выводы, полностью овладейте информацией. Единственное, что только Геннадий Леонидович хотел сказать по поводу елки на ОГА, то чтобы просто, ну не знаю, как бы понимать вам, почему вас вводят в заблуждение, или кто хочет ввести вас в заблуждение и с какой целью. Елка упала на белый Range Rover. Если даже я, ну, могу ошибиться по поводу водителя, что там девушка, пускай так, но это стоял Range Rover белый, и вы можете это увидеть по фотографиям. Соответственно, это не дрифт, и не дрифт машина, и, соответственно, упало оно не из-за того, что дрифтер снес елку. Вот, но это так, просто я услышал, раз мы уже тут полностью все по-честному говорим, вот я бы хотел, чтобы этот момент вы тоже понимали. Но с ОГА я согласен с вами. Это странно. Но знаете как, это же все как в этой жизни типа происходит, что надо задуматься, для чего это. Вот как и здесь, да. Если такое происходит, то почему и для чего? Для того, чтобы, наверное, у них создалось место, где они смогут отводить душу. И... Да, я полностью согласен. Спасибо большое. Будет замечательно, если мы найдем им какое-то место и отдаленное от жилых домов. Это будет просто замечательно. Да, тем более, есть на 6-м километре. Мы знаем, что там и в сентябре будут проводиться дрифт-соревнования какие-то, и драг-рейсинг проводился тоже на протяжении лета. То есть такое место есть, и мы видим, и даже реклама есть по городу о том, что безопасное мероприятие, о том, что там можно, оно под организация, есть конкретный организатор, который отвечает за безопасность на этом мероприятии. Есть скорая, есть пожарная, есть полиция. Все это под контролем. Поэтому хотелось бы действительно, чтобы и люди, которые были увлечены, действительно нашли себе такое место. Ну а здесь, ну, подумать, может быть, что сделать так, чтобы даже вот эти случайные гонщики, чтобы они туда больше не заезжали. Звягин Олег Сергеевич, ну вы так вцепились в этот 6-й километр, вы хоть раз там сами что-то пробовали организовать? Или ездили туда, вы поедете, посмотрите, там, вы говорите, все организовано, все там под контролем, там не может быть контроля, там нету дороги для начала, которая соответствует нормам, там просто лежит лапоть асфальта,
которые используются постольку поскольку, да, и там нету ни зон вылета, никаких, как вы говорите, безопасных там участков, ничего там нету. И постоянно там случаются моменты, которые связаны с ДТП, к сожалению. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Я понимаю, что вы пытаетесь здесь по принципу минимального сопротивления, но мне очень не нравится, что вы начинаете нахваливать то, что из себя, знаете, как по оценке шкалы качества, наверное, на тройку из десяти тянет. А вы так с уверенностью говорите, что вот это то, к чему надо стремиться. Еще давайте, может, пример приведем соседним странам, что у нас там дорога среди поля проложена, и это вот прям уровень. Мне не нравится ваша риторика. Вот говорю вам открыто. Вы хотите деградации или деструкции для автоспорта, или я не понимаю, за что вы топите. А мы хотим развития. Вы посмотрите, как в других странах реализованы треки, да, там, где дрифт проводится. И вы поймете, что это лапоть земли, это как в селе. Вот оно выглядит как в селе. Засранные склоны вокруг, просто спонтанно сделанные, как часть общественного... трассы общественного пользования, да, там дорога общественное пользование, это не дрифт-трек даже. А то, что вы говорите, там перекрывают, ну окей, что? Что это меняет по сути? Я говорю о качественном выполнении задачи, да, как вы говорите про дрифт, как вы упоминаете про драг. Качество здесь нулевое, поэтому никакой инфраструктуры, никаких условий там не создано. Это просто кусок асфальта в поле. Вот и все. Давайте называть вещи своими именами. Спасибо большое. Есть много вариантов решения этих вопросов. Многие. И не только наведение порядков там на улице полицейскими. Но это все обсуждение, и надо смотреть, и в том числе имеющимися законами. Потому что машина, которая, насколько я, может, поверхностно вам сейчас скажу, машина, которой можно заниматься, она должна быть, к ней определенные технические требования есть. Начиная от показателей двигателя, мощности, заканчивая самым весом машины и так далее, и так далее. Ну и многих еще там аэродинамических свойств. То при запрете проведения таких усовершенствований в машине, дрифтовать, ну, тоже мало кто будет. А делают их, можно гоняться за ними, а можно просто запретить сегодня на законодательном уровне использование вот таких машин. Только использование такой машины на треке, на соответствующем треке. Вот как, знаете, как, ну извините, такой простой пример. Но в шипованных этих бутсах ты не будешь ходить по асфальту и бегать по городу, потому что это неудобно. Вот поэтому должно быть, этот транспорт должен ездить на определенном отведенном месте. Все. В другом месте это считается уже нарушением. Нарушение определенных правил, которые нужно установить. И этот вопрос снимется, и никто дрифтовать не будет. Поэтому это еще мысли для наших законодателей. Как определить машину с такими параметрами, не допускать на улице города? Ну, это так, знаете, как рассуждение вслух. Может быть, и в этом направлении. Пожалуйста. Да, не успел по глушку 17А задать вопрос. Хочу обратиться к Михаилу Ильичу, Киевской районной администрации, к Александру Робертовичу. Это мой округ. Если будут планироваться какие-то мероприятия, информируйте, пожалуйста, готов помогать, поддерживать там. Спасибо. Спасибо. Алексей, пожалуйста. Моего округа. Это жители дачи Ковалевского, Панченко, переулка Рулевого. Дело в том, что у них 22.08, когда были сильные дожди, смыл, получается, грунт с дороги, проходящий между склоном и домами, участками. В завершение скажу только одно, что автоклуб «Мост» насчитывает уже более 30 тысяч людей, да, единомышленников, а таких автолюбителей по Украине очень много. Ни для кого не секрет, что сейчас в каждой семье у одного взрослого есть автомобиль. В среднем на одну семью точно приходится один автомобиль. Поэтому в разрезе такого глупо думать, что у такого увлечения, как автомобиль, нету поклонников, нету любителей и нету единомышленников. Поэтому тот, кто движется в этом русле, он просто любит автомобили. Кто не любит автомобили, я считаю, ему не надо мешать всем людям, которые вокруг, пытаясь сделать вид, что это неправда. Я считаю, что нужно смотреть правде в глаза, что любителей автомобилей много, это здраво. Это интересно, и я считаю, за этим очень большое будущее. И вокруг нас много марок, много моделей, и все люди распределяются среди этого множества, да, но тем не менее объединяет их одно – это любовь к этим железным коням, как говорится. Поэтому давайте развивать это, и давайте здраво подходить к тому, что такое существует увлечение, и у него есть большое будущее. И давайте это будущее
уже сейчас здесь делать, а не ждать, что какое-то, я не знаю, чудо произойдет, и вдруг без каких-то действий и только с помощью каких-то запретов в Украине вдруг станет все хорошо во всех городах. Так что всем мир, всем спасибо, очень надеюсь, что это найдет отклик, все, что я сказал, найдет отклик в нужных головах. Спасибо.